Здравствуйте, меня зовут Татьяна. 3 года назад я столкнулась с проблемой суставов, с болью в суставах. У меня сначала заболел один тазобедренный сустав, потом буквально через там, неделю заболел второй. Боль была ужасная, даже в состоянии покоя. Вот, я начала, естественно, пробовать с врачами, с поликлиниками и прочее все. Всей, как обычно, всем кругом, ну, вот ничего особо мне не помогало. Случайно увидела рекламку санатория, и вот уехала в санаторий, где тоже опорно-двигательный аппарат лечили. Вот. Боли немножко утихли, но суставы, гибкости никакой не было, ноги мне было поднять сложно. Вот. Был дискомфорт. Там в санатории познакомилась с медсестрой, которая рассказала мне о сибирском здоровье. Я, конечно, прослушала, веры было мало, но решила попробовать. Вот. Начала свою программу с очистки организма и принимала 3 геля. Вот. Потом врач, опять же, мой наставник, помог подобрать программу, подобрать необходимые все витамины и минералы, комплекс полностью расписал, который был для восстановления моих суставов. Через полгода, в принципе, никаких болей, никаких проблем. Естественно, я не только БАДы, я, естественно, начала делать гимнастику, то, что мы не делаем зарядку, больше двигаться стала, поскольку у меня сидячая работа. Но, тем не менее, никаких болей уже давно нет, и суставы, ноги я там могу теперь спокойно поднимать так, как мне захотелось. Скажите, что принимали? Какие? Да, принимала я, значит, лимфосан артро, синхровитал 6, ритмы здоровья, лемвитал с органическим кальцием, с органическим магнием, лимфосан 31, и ЭПАМ, то есть, да, лимфосан артро, ты уже говорила, да. И пила чай суставной, и иван-чай с таволой, там, в перемешку. Ну, если были в самом начале боли, то еще у Янома я бальзам вот, коричневый мазалась еще, да. Даже я хочу сказать только одно, посыл такой, моя цель разговора, даже если вы не верите, мое убеждение, стоит попробовать, все равно хуже вам не будет. А если будет лучше, будет здорово.